Всем привет! Хочу познакомить вас с нашим домашним питомцем. Это Диэс, Зевс по-русски, охотничья порода собак, поинтер, Кита Маслигаки. Вот он такой вот хороший собака, красивый. У него очень красивые глазки. Покажи нам свои глазки. Прячется, там мне солнце очень сильное сегодня. Вот. И он сегодня пришел ко мне, потому что его хозяин на работе. А у меня сегодня немножко такой выходной день, скажем. Ну, я делаю, делаю дела дома рабочие. И вот он ко мне пришел. Здесь коврик такой лежит, ну, просто балконный, да? Потому что здесь дверь, выход на балкон. А он где видит коврики, значит, думает, что все это коврики его. Где? Она на седом убегайке. Вот он по-русски не понимает, по-гречески понимает. Вот такая вот мордаха наглая. Очень любит он, чтобы его погладили, рядышком посидеть он любит. Такой он, добрый у него характер. Ну, охотничьи собаки, они вообще все очень такие добренькие. Не гавкают там, не охранники они со всеми людьми очень хорошо себя ведут. Вот. Но когда видит он, что муж собирается на охоту, так у него вообще происходит включение. И сильно он начинает переживать, что его оставят дома и не возьмут с собой на охоту. Ну, а так он очень спокойный, иногда шкодничает. Ну, в общем, мы уже к нему привыкли. Он к нам, мы к нему. Вот, я вообще дома не люблю животных, потому что, ну, шерсть, работы много, убирать нужно много шерсти. Ну, что делать? Вот такие вот наши домашние любимцы. Муж любит, у него свое хобби. Ушастик! Ушастик! Скажи привет! Ох! Подожди. Скажи всем привет! Привет! Я такой ушастый. Девочки, хочу показать вам еще нашу погоду. Сейчас 24 октября. У нас очень-очень тепло. 25 градусов. Осени у нас как таковой нет. У нас сразу наступает зима. Ну вот зимы нет. И такая теплая-теплая осень. Так приятно. Вчера дождик прошел. Что-то уже радостно. Какие-то деревья, видите, у нас чуть-чуть желтеют. Будут обрезать какие-то, ну, вот эти все пожелтеют, их обрежут, вот какие-то будут зеленые. Вот такая наша улица здесь. У меня тут на балконе мое дерево стоит, домой мы никогда не заносим, оно зимует. Вот здесь будет у меня, как называется, дубок, забыла как называется, вот уже будут цвести цветочки хорошие. Что там? Дия, тинеки. Тинеки. Что-то тоже ищет. Не знаю, что будет со звуком. Может быть, совсем шумно. Вон внизу у нас кафетерию ремонтируют. Меняют ей крышу, потому что дожди начинаются. Ну, меняют крышу. Вот. Здесь у нас центральная проезжая часть. Поэтому у нас в доме всегда очень много пыли собирается. Каждые 2-3 дня нужно обязательно делать уборку, не расслабишься. Ну вот, что еще показать. Тут у нас вот такая палочка растет, да, на балкончике. Этой зимой было холодно, она подмерзла. Но уже оживилась. Алоэ. Особо цветов нет, у меня балкон очень маленький. Хотя по нашим рамкам он большой, но по греческим очень маленький, дом старый. Ну вот так. Ну вот там вот на этой улице впереди, где я показываю, там мандариновые деревья растут в ряд очень красиво. Ну, они, мандарины не привитые, не съедобные, кислые, но очень красиво цветут 2 раза в год и красиво украшают улицу. Солнышко сегодня. Ну, очень хороший день, прекрасный. Вот такой у меня еще есть кактус. Вообще цветов у меня немного, потому что балкон открытый, и летом очень сильное солнце, им жарко, они выгорают, а зимой, соответственно, им холодно, не все растения приживаются.
Ну вот те, которые прижились, они, в общем-то, уже много лет с нами. Вот как этот бонзай, мы его покупали в Икее, по-моему. Вот он уже много лет, я его удобряю. И он так болеет иногда, когда перепады сильной температуры, но ничего. Сейчас он хорошо себя чувствует. Так, ну что еще показать? Пойду покажу вам вышивку. Покажу я вам мою вышивку, то, над чем я сейчас работаю. Это наборчик Риолис «Материнская любовь», разработан по картинам Климта. Ну, буду сразу вам показывать мой результат. Вот здесь я нахожусь, это больше половины, я перешла больше, чем половина. И вы видите, как красиво уже смотрится картина, то, что получилось. Вышился малыш и уже лицо девушки. Дальше будет и работа с волосами и с вот разными украшениями в волосах, цветочки, кружочки, какие-то интересные штучки. Будет еще там очень много бисера. И вы знаете, вот это вот, наверное, самый сложный участок в этой работе. Все остальное вышивается одной ниткой, ну тело, да, одной ниткой, поэтому я вышивала какие-то элементы, очертания, а потом зашивала все одной ниткой. Все очень легко, быстро, классно. Я очень соскучилась по шерсти, поэтому сейчас работа у меня просто летит. И знаете, я ее поставила временно, то есть я когда закончила Birch Point, я ждала новый набор, который... Я загорелась сразу его начать вышивать. Я ждала посылку со дня на день. Но так как была небольшая задержка, я решила не терять зря времени и поставила вот эту вышивку шерстью. Сейчас я посылку получила, но я еще жду еще одну посылку. У меня были сделаны несколько заказов, 3 заказа. 2 в Америке, 1 в России, 2 я уже получила, а один вот с Америки у меня почему-то потерялся. И я хочу сначала снять видео о упаковках, сделать обзор этого набора, показать этот дизайн интересный. Для меня он очень интересный, но, может быть, кому-то тоже будет интересно и понравится. И потом уже приступить к вышивке. Поэтому он у меня ждет. Но не только поэтому, а потому что и эта работа меня затянула. Знаете, процесс пошел. Вот когда переваливаешь за половину, то работа уже летит по-другому, уже виден результат, много уже отшито. И какие-то сложности небольшие в работе, они уже не такие сложные, потому что идет уже к завершению. И каждый крестик, когда вышиваешь, думаешь, ну вот, еще кусочек, тут уже осталась 1/3, надо еще поднажать, и будет готовая работа. Хотелось бы ее увидеть готовую в конце октября, но, скорее всего, нет-нет, не получится, у меня сейчас очень много работы. Я вам говорила, что у нас в этом году такой переломный момент. Мы закрыли наш старый магазин, где у нас уже как бы дело было налажено. Открылись совершенно в новом районе, соответственно, мы потеряли своих клиентов каких-то. И начинаем все заново. Это забирает много времени, нужно много готовить новых материалов, больше работать. Поэтому времени у меня сейчас мало. Работаю даже в субботу. Раньше я так уже так расслабилась, уже все шло своим ходом. Я могла себе позволить, в субботу я не работала, в воскресенье тоже не работала. Я могла в какие-то дни уйти чуть пораньше, то есть, ну, так было посвободнее. А сейчас у меня и задерживаюсь, и в субботу работаю, и в воскресенье дома. Не хватает у меня времени на работу, но очень много домашней работы. Ну, понимаете, да, у всех нас много стирки, глажки, уборки и все такое. Вот, поэтому на вышивку времени остается, конечно, не так много, но тем не менее я вышиваю, вы видите, хороший у меня результат, для меня так это точно. Я, кстати, вставлю вам сейчас фотографию, вы посмотрите, какой этап вышивки у меня был. И вот вы, в принципе, видите, где я уже нахожусь, то есть я хорошо поработала и перевалила уже за половину, то есть у меня уже остается, ну, примерно 1/3. И пусть не в октябре, но в ноябре, я надеюсь, я увижу эту работу отшитую, конечно же, вам тоже покажу.
Хотя настроение может поменяться, и я ее могу отложить на таком уже этапе, когда практически все закончено, хотя мне это не свойственно. И когда я вижу, что работы остается уже совсем чуть-чуть, даже когда у меня подзатухает вот этот запал и азарт, я тем не менее даю себе пинка, и даже скрипя зубами, я отшиваю. Ну, все мы знаем, что устаешь постоянно вышивать одну работу, и мысли уже уходят к новым процессам, к новым наборам, и тут нужно еще что-то дошивать, доделывать. Бывает у нас такое, хотя каждый процесс, он, конечно же, любимый. Вот. И я себе не позволяю откладывать обычно, да, и всегда дошиваю. Кстати, здесь будет еще и бисер, волосы девушки будут, и там звездочки всякие будут украшаться бисером, будет яркая, блестящая работа. И, конечно же, в пару будет вышиваться и поцелуй от Климта, тоже он у меня на очереди, обязательно будет. И очень мне нравится эта работа, яркая, такая теплая, такая добрая, пропитанная любовью. Вышиваю ее с огромным интересом, вот. Ну вот еще раз показываю, на каком этапе я нахожусь. Так, покажу вам ниточки, мои шерстяные ниточки. Вот, они у меня на органайзере Дубко. В принципе, очень удобно. И я нитки развешиваю. Ну, сейчас они у меня немножко подзапутаны, потому что я их, честно сказать, не готовила к видео, не распутывала. Вот как они у меня есть, так я вам и показываю. Кстати, часто девочки спрашивают и жалуются по поводу ниток в старых комплектациях Риоли, что они в мотках, их нужно перематывать, и все сложно. Девочки, не надо ничего перематывать, не надо себя мучить. Вот эти нитки и мотки нужно просто разбирать и разрезать, и развешивать на органайзеры. Поверьте мне, это самый удобный и практичный способ. Как разобрать моточки, как их порезать, я оставлю ссылочку на свое видео, где я показывала, как нужно разбирать эти моточки. Все происходит быстро, за секунды, и не надо вот мучиться. Мне вот так очень-очень нравится, да. И нитки я потом не перематываю, опять же на органайзере, на бумажном, обычно я оставляю на бумажном, и складываю в мои остатки ниток, потому что жалко выкидывать, да, ну а с другой стороны, они редко пригождаются, потому что у Риолис обычно есть всегда очень большой запас. И я не трачу время на перемотку на бобинки, как это делала раньше. Просто вот складываю их и в мешок со всеми шерстяными нитками. Возможно, они мне пригодятся, а возможно, не пригодятся никогда. Поэтому время свое тратить я не хочу. Я просто могу потом выбросить этот пакет и все. Потому что все мы знаем, все меняется, новые материалы, новые интересы. И собираем, может быть, какие-то нитки, как наши бабушки, да? А потом будем их выбрасывать. Вот, надо, как говорится, ловить момент, то, что сейчас нам интересно, то и вышивать, и не откладывать в долгий ящик. Вот, и буду надеяться, что скоро закончу эту работу. Приступлю к поцелую. Хочу их оформить, естественно, парно. И повесить. Очень яркие, красивые работы у Климта. Вот такой у меня получился отчет небольшой. Увидимся с вами в новых видео. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!